Здравствуйте, дорогие телезрители, гости канала про IKEA. Мы опять на связи. Мы вещаем из IKEA Екатеринбург. Никак. И сегодня мы, как вы видели по названию, у нас опять новиночки. Вы сами видите, что мы стоим. Это возрастное, там, да, может, даже не спрашивать. Вы видите, что мы стоим практически в конце. На выходе. На выходе, где всегда мы заканчиваем обзор. Любой. Но сейчас мы поступили по-другому. С этого места мы будем начинать проход по новиночкам. Юрьевич. Ты еще меня слышишь? Я тебя слышу. Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Тебе тумбочку там дать? Что-то рассказать начала. Все? Да. Смешинка ходячая. Друзья, всем привет! Мы на связи из IKEA Екат. Сегодня пробежимся по новинкам. Мы очень хотели показать вам интерьеры, но такое количество людей, несмотря на то, что пятница и еще только обеденное время, что, увы и ах. И да, подтвержу слова Дмитрия Юрьевича, мы немножко решили поменять шаблон. Наоборот. Угу. Жалко, никто не видит, как я моргаю. И, кстати, те, кто первый раз попал на наш канал, мы неугомонные просины. YouTube-канал про IKEA. А что еще про нас сказать? Да начинай ты уже. А, пошли. Вон там просто, кстати, новинка сразу. Они же тут были. Вот. Нет, искусственная ветка, которая мне очень нравится. Во-первых, вот такая вот. Гладиолусы появились, у нас их еще нету. Прям очень хорошо смотрится, стоит 399 рублей. Можно загибать, они метровые, очень классно становятся в вазу. Вообще, мне очень в IKEA Екатеринбург понравилась выставка с цветочками. Меня слышно? Очень. А то я так это... Ух! Блин, мне даже самой непривычно. Ну, давай, что ли, рассказывать. Ой, ты, боже мой, Дим, я хочу таких домой. Поняшки. Air Fordra, 249 рублей, два поника. Купила мама коника, а коник а были коники, вот, как раз самый большой. Да, вот он. Но они не пошли почему-то. Они до сих пор стоят и стоят. Их часто никто не берет, не да. берет. И был красный, по-моему, конь, черный, красный, теперь белый. Розовый, в цветочек был. Да. Ой, смотри, какая интересная штука. А что это такое? 999 рублей, держатель мобиль, Pore Use. Электрических форм. Сталь медная покрытая. Слушай, получается, вот он весь, да? Ну да, ценник уже не разделен. А сейчас мы посмотрим. А, вот он. Есть картинка? Давайте. Если я найду картинку вообще в интернете, вообще само понятие, для чего это надо, это просто оформление? Это просто оформление. Это просто какой-то декоративный элемент висящий. Понятно. Найдем в интернете, покажем. Какие классные. Новые горшки. Ощущение, как будто они вязаные. Ну, такая вот ткань. Скатик серия, цвет розовый, каменная керамика, акриловая краска и цветная глазурь с дырочкой, то есть можно делать дренаж, и получается три размера. Мало того, что три разведа, так и три цвета, розовый, серый и еще такой беловатый. А цвет прям, да, белый называется, но он не чисто белый, не кипено, он такой с грязнинкой, с серинкой. Красивый, интересный кашпо. Сразу покажи, пожалуйста, нюанс, как это будет выглядеть в случае каких-то коцок. Уберите палец. Убрали палец. Зарихтовать будет тяжело. Еще знаешь, что мне понравилось? Мы не отметили этот момент, когда делали прогон по всему магазину. Кашпо не разделены на маленькие, большие, средние и так далее, все подряд. А иду сначала, вот допустим, да, кашпо с собачкой. Маленькое, среднее, большое. То есть я могу все кашпо увидеть рядом. Потому что, например, в нижнем отдельно малыши, отдельно среднейшие, отдельно большие и так далее. Поехали. Кашпо на опоре. Мы когда вам делали большой обзор по всем кашпо, мы показывали вот это. Кашпо в черном цвете. Гойбер. А еще гойбер есть и на золотой подставке. Очень интересно, интерьерно смотрится. Если мы говорим с точки зрения квартиры, либо дома, то есть не улицы, с золотом, более ярко. То есть такое вот пятно акцентное можно делать. Пойдем дальше. Стоит 1499.
новенькая фейка. Ну, здесь микс на самом деле. Искусственное растение в горшке. Фактически здесь раз, два, три. Здесь 12 сантиметров горшок. Как-то будет выглядеть. Дальше пойдем. Шарон фрукт. Вот это фрукт. 449 рублей. Такого интересного зеленоватого цвета с пупочками. Но это такая новинка, которая появилась за последние 2-3 недели. Мы их снимали, как раз они только появились в Нижнем Новгороде. Нет, это мы уже показывали в предыдущих новинках. Ой, смотри, бетон уценили. 1000. Вот за 1000 можно уже взять, да? Дима угорает на такие. Возможно, каждый раз это стремается насчет продажи бетона. Так, еще один новенький цветочек. Кстати, вот это выглядит прям очень естественно. Стоит он у нас 249 рублей. Пеперомия. Зелененькая, а горшочек у нас 9 сантиметров. То есть это как маленькая фейка, правка. Дальше. Полиподиум. Наподобие папоротника. И вот это тоже новое. Аспарагус. Я его распарагусом себе звала. По-моему, тоже 249. 379 рублей. Это новенькие феюшки. Так, этих мы снимали, малышендриков. А вот смотри, монстера мини, 299 рублей. Для любителей монстер. Кстати, если нужно куда-то для интерьера маленькие веточки монстера, можно взять и просто разрезать. Ну, для фотографий использовать, потому что монстер довольно-таки популярный цветочек. Еще смотри, одна новинка фейки. 299 рублей, микс из трех цветочков. Вот как он выглядит. Слушай, а что это? А, да, это ведь как крапивка. Ай, дай бог памяти. Бабушки все такие были. Сейчас ценник скажу. Опа. 129 рублей, цветная крапива. Так, а мы в свечи сейчас. У нас сейчас какое-то странное будет перемещение, хаотичное. Зато не скучно. Ну, зато не скучно. Не глинги, просто у нас настолько это дефицит, за ним так гоняются дизайнеры интерьеров, здесь свободно. Груша, ну, блин, хорошо здесь по наполнению. Больше, чем у нас, больше. Дим, тоже новинка из очень удачной серии. Благо, это не выбрасывают, эту серию. Она у нас из металла. Ножка, чашка, алюминий, эпоксидное покрытие. По 399 рублей фертидик. Они есть поменьше, есть побольше. 399 рублей 20 сантиметров. То есть это под одну длинную свечу. И фертидик есть под одну маленькую свечу. Стоит 299 рублей. Кто использует? В основном дизайнеры и оформители свадеб или каких-то мероприятий. В отличие от стеклянных, хоть не бьются. Эндрум в сером цвете. Эндрумов на самом деле сейчас в разных цветах полно. Такой он не ярко-серый, не сильно выраженный, более нежный и подойдет к любым пастельным интерьерам. Так, здесь я все облазила, пошли дальше. Я хотела сказать, ну все, пошли на выход. Кто слушал, молодец. А кто снимал, еще больше молодец. Очень мне это зеркало напоминает в гостях у сказки. Сейчас откроется дверь, да, и бабулечка вылезет. Давай. Росарет 66 на 50. Зеркало можно поставить на стол, и зеркало можно подвесить. Такой трильяж. Можно вот так. Можно вот так. В деревянной основе. Зеркало очень добротно выглядит. Стоит, конечно, не бюджетно 4500 за такое ли маленькое зеркало, но тем не менее. 66 на 50 и вес всего лишь 5 килограмм. Это к тому, что, в принципе, вы даже его с собой там, не знаю, в поезде увезете. А зачем в поезде возить? Ну, вдруг в Екат приехали в гости. Смотри, какая новинка. Росарет. А что в том? На цепочке такое облачко.
Юрий! Здрасте. Здрасте, мам, здрасте, как Леха говорит, попу накрасьте. Так, дальше. Пломба, две штучки. Ой. Они на каких-то ножках. Они идеально подходят до плечика в бумеранг. То есть это крепится к стене. Ты можешь как-то обогнуть? Могу. Давай, обгибай. Там ножка. Уберите это, пожалуйста. Сейчас. Там ножка. Ценник наверх поднимите. Там ножка получается, да? Там две ножки. То есть они стенного крепежа? Да, под пластиковый бумеранг, думаю, подойдет. Магия Диминого монтажа, и мы оказались в начале магазина. На самом деле у нас садилась батарейка, нам нужно было заряжаться. И вернуться мы смогли только входом магазина. У дивана Клипан, я вам говорила еще пару обзоров назад в новинках, новые чехлы. Вот мы вам показывали все, кроме вот такого зеленого. Потому что такой зеленый в нижнем не представлен. Точнее сказать, на выставке. Разницы никакой. Такой же бюджетный чехол на диван Клипан стоит 3000 рублей. Просто сам оттенок цвета. Я уже свое фи высказывала по этому поводу. Новые чехлы на Клипан мне не нравятся от слова совсем. Они бесформенные, форму не держат, сминаются, смотрятся неэстетично. Новинка-старинка. Диван Вимла вернулся в ассортимент. Когда мы показывали обзор по магазину, мы про это говорили. Сейчас мы покажем отдельно диван Вимла, и главное, что к нему вернулся еще и подлокотник. Подлокотник Вимла, Grand Boomstad, черный, стоит 4000 рублей. Его фишка в чем? Можно крепить к любому креслу, вот просто к любому. Здесь металлическое основание, и на нем подушка. То есть все, вы закрепили, и кресло стало с хорошим подголовником. Вообще, я считаю, что если бы IKEA это использовал как доп-опцию во всех цветах, это было бы востребовано. Ну, как считаете, Дмитрий Юрьевич? Я с вами полностью согласен. Согласная. Ну, раз согласная, пошли сюда. Диван Вимла 60, 2000 рублей. Подлокотники 9000, две штуки. Подголовник 4001 и сама секция 39000. Удобный двухместный диван, но диваном кроватью не является. Чем-то похож на Витгульт, но более собранный. Да. Более взбитый. Мягонько жопки. Сейчас опять скажут, Серега, закон на плечах садится. Но на самом деле Вимла нам очень нравится. Его многие годы IKEA продавала, сейчас вернула в ассортимент. Диван себя зарекомендовал хорошо. Посмотрим, как сейчас будет продаваться раз, эксплуатироваться два. Ну как темновато, надо не вытаскивать у нас подальше. Просто как бы эта экспозиция, она тут в темном месте. Ну ладно. Ну или в свет. Мы разберемся. Мы покажем вам зарядное устройство с этой стороны вот так. Зарядное устройство для аккумуляторных батареек типа 2А3А. Заряжать до 4 батареек можно. Кварц 799 рублей. Ну я бы почитал, во-первых, инструкцию. Ну, ага, вот она, все. Главная матчасть для Дмитрия. Если вам... Ультравольта, пойдет, да? Сейчас скажешь, пойдет. Не быстрый зарядник. То есть не шустрый? Ну, вангую, ну, где-то около 4 часов будет заряжать 4 батарейки. Не дороговато? А я покупал зарядную станцию, но она... Икеевская, что ли? Нет, черную. Я в Новосибирске покупал зарядную станцию, она около 2000 стоит. Но она, извините, она заряжает разными токами любые типы аккумуляторных батарей. А тут она 800 рублей. Да пойдет. Сейчас, в принципе, любой китайский примерно зарядник так стоит. Короче, так. Серединка на половинку. Правильно? Ну, новинка, что? Не, правильно говорю? Серединка была хорошая зарядная станция в виде книжки. Она вмещала, около минимум 10 или 12 батареек. По-моему, верх 6 на 6. Я думаю, когда сразу приеду или в интернете посмотрю, когда буду монтажировать, я вам точно скажу. Вот это да, я понимаю. Зарядная станция. Она показывала, сколько она зарядилась, какие нет. Вот это да, вот эта тема была. А это 4 батарейки ни о чем. Опять. Обнять и плакать. Серия БГ будет новинка. Вообще, я считаю, что она достойна отдельного обзора, но Юрьевич категорически не хочет. Итак, стеллаж БГ 50, 30 на 80, стоит 1200. Это у нас ДСП, бумажная пленка. Бюджетненький стеллажик на 3
по факту полочки, две внутренних, одна внешняя. Вообще серия Багэба широкая. И это и стеллаж маленький, стеллаж большой, стеллаж металлический, тумба под ТВ, шкаф со стеклянными дверцами, шкаф с дверью. И заодно, очень к счастью ли нам и наших подписчиков, сразу давайте посмотрим сравнение с глубиной Билли. Ребята, она разная. Совместить приятность с полезным у вас не получится. Нет, к Билли это точно не подходит ни по внешке, ни по визуалу. Разница 3 сантиметра. Это бюджетка, Дима. Ну, кто хочет сэкономить, совсем, наверное. Ну, ситуации всякие. По-любому задастся таким вопросом. Да. Пожалуйста, Багэба металлический стеллаж. 1700, 60, 25 на 116. Мне кажется, он прикручен к стене. Да. А нет, не прикручен. Просто зафиксировано все. Довольно-таки неплохо стоит. Вот знаешь, хорошенький стеллаж. Узенькие металлические полки. Когда вот нужно именно в определенный размер 25 сантиметров впихнуть, использовать можно. Пойдем дальше. Далеко не убегай. Багэба тумба под ТВ. 90-35 на 40, 1300. Ну, знаешь, такое ощущение, мебель для общежития, вот студенту. Да, кстати. Или лютая для лютой сдачи квартиры. Квартиру, ну, для квартиры я не рекомендую, потому что все жибленько-жиденько, квартиранты не будут у вас, или особенно когда посуточная аренда. Ну, а что ты хочешь за такую цену-то? Соотношение цены и качества адекватное. У нас любит дешево максимально. Бесплатно. Да, а бесплатно еще бесплатно. Полка еще лак появилась в новой длине, 120 сантиметров, практически как узкая полка. Базовая 160, а это 120, покороче, стоит 3500. Цвета, значит, у нее будут помимо белого еще черно-коричневый. А нет, 160, белый 160. Размеры не указаны. Черный и белый. И большая сейчас, так и будет, черный и белый. Это та же полка лак, только другой ширины. Пойдем, народу становится много, мы уже людей смущать начинаем. Так, новая консолька. Тюнхит. Пластик. Не, алюминий порошковый покрытие, а по ощущениям, как будто пластиковый, Дим. Ну, возможно. Прикольно. Думаю, прилично летишь, ладно, стену крушить не буду. Не пустят больше в декат потом. Дальше. У стеллажей Калакс появились новые вставки. Бледно-розовый и бледно-голубой. Красивых оттенков, пудровые оттенки. Вот эта линейка Калакс вот с таким вырезом, она всегда более дорого выглядит, чем просто прямоугольная. За счет выпилов, округлых окончаний, но это больше детская. Потому что куда-то в гостиную вы это не приделаете. Но очень удобно, когда нужно совмещать что-то. Ну, я буду еще ждать белый цвет. Белый очень нужен. Пойдем дальше. Трех цветов мало. А мне нравится. Ты же кричал матом, что эту серию снимать не будешь. Но она выглядит совершенно прилично. По-другому. 3500, шкаф, витрина Багэба. Вангую. 34-30 на 116. Вполне. Ай. Вангую очень будет популярна. Цена. Мне тоже кажется. Вполне очень достойная. На магнитиках. Стекло. Закрытое. Я даже, возможно, и себе возьму ее. А ты под что возьмешь? Под свои прибамбасы? Кстати, пылиться не так будет, как у тебя сейчас, например, да. На... Намного меньше. Слушай, а я согласна в коридор таких вот штучки 2-3 поставить. И между твои... между чем-то? Просто вот в рядочек, где у тебя сейчас Ивар стоит. Mm-hmm. И чтобы там вся твоя красота стояла. Спрятать ее просто. Линейка Бергет расширяется. Беж мы с вами смотрели, серый смотрели. Теперь еще есть темно-синий. Хорошенький стульчик, кстати, неплохо себя зарекомендовал. Ну, каждую неделю он есть в заказах, люди довольны. Так, Дим, там бы вот к новому креслицу переместиться, а оно занятое. Мужкинка оно занято, печалька. Кстати, как тебе работалось вот в этом кресле? Ребят же вот такое, на втором этаже. Не очень удобно. Я хоть и сидел небольшое количество времени, но я Маркс своему удобно. Марксу не изменяю. Я все-таки всегда и буду думать всегда, что это будет больше всего предназначено для девушек. Или кто потоньше. Ну вот Саня-то потоньше. Ну да. Поэтому, может быть, ему и удобно. Что ты за мной ходишь? А что ты ходишь? Жру, хожу. Смотри, ты снимаешь? Не, давай, снимем. Ну что, давай.
Не новинка старинка, не новинка новинка, просто нам понравилось. Просто интересное решение, как можно сделать барный стол, а по факту из остатка столешницы, каркаса и обводных фасадов. 8 квадратов, кухня, в принципе, полноценно вместилось. Татьяна Павловна, перебью. Ну, тут, наверное, только на фальшивых панелях разоришься. Да, 17 тысяч. Три фальшивых панели как минимум уже нужны. Ладно, Юрьевич, не жлобься, заработаем. Ради этой тумбочки. Оно хорошо, когда в белом цвете, а если вот этот цвет совершенно иной, тут уже дорого. Мне нравится. Не взбей, человек. Бе-бе-бе. Так, раздвижной стол, странд, торт. 29,999, 150 на 2,05 на 2,60. Три положения, 95 сантиметров высота. Есть еще в черно-коричневом цвете. Полимерная пленка, сталь. Слушайте, крепкий столик. Ноги металл. Глянцевая раздвижная столешница. Тяжелая, не смогла. Татьяна Павловна, вы наш микрофон доломали. Какой микрофон? Снимите вашу ногу, дайте мне палочку от микрофона. Это защиту. Это... Давайте. Это с какого микрофона? С твоего. А как так? Ну никак, теперь как вот такой он стал. Теперь такой же, он красненький. Короче, я хочу нам представить скоро микрофон покупать. Да, Татьяна Павловна, 20-ку готовьте. Слушайте, Юрьевич, вот, кстати, когда... Нет, я прям выскажу эту мысль, мне очень хочется. Как раз середина обзора нормально. Когда люди начинают ворчать на тему. Мы пришли сюда смотреть Икею, вы говорите тут что-то про сибирское. Ребят, вот честно, сибирского бы не было, если бы вам были обзоры в высоком качестве, если бы вам были обзоры в других городах, если бы мы выглядели нормально в хороших шмотках. Потому что YouTube не дает столько денег, сколько расходует. Хоть он дает, но не в таком количестве. Да, то есть YouTube дает с расчетом, что ты ни хрена ничего не будешь обновлять. Максимум обновиться. Даже не обновишься. Да. Ну нет. Да, тут мы сейчас и Теродактиль купили, стадикам купили. Теродактиль, стадикам и камера — это доход с Ютуба минимум за 4 месяца уже ушел. Вот так. Вот. Шмотки, вот сейчас пойду закончу снимать, костюм — десятка. Обувь — десятка. А вы, простите, любите, чтобы в кадре хорошо выглядели. А вам что, надо зубы? Зубы. Ну на зубы, извините. 1,5 ляма пока в свободном доступе нету, чтобы мои зубы сделать. Вот так. Так, дальше едем. 5-минутный перерыв. Нет, тасбергерку показывали. Блин, где эти стулья мягкие, серые? Они не пришли, что ли, еще сюда? Ты постой, не бегай, я побегаю, посмотрю. Я уже задрала рюкзак, чтобы не доснести остатки микрофонов, потому что нервы мои не выдержат. Новая постелька осенняя в листьях. 152 ниточки плотность на замочке, что ли, не пойму. Нет, не на замочке, на клепочках. Не похоже на 152, как будто бы тоньше. Расцветка очень интересная. В принципе, у Икеи подобного не было никогда такого именно цвета. Еще одна новая постелька из бюджеточек. Вот такой вот синий леопард. Эта постелька называется Quast Fibla. 1299 стоит большая. И 899 стоит одна с палочка. Слушай, здесь не вижу. Наверное, покажем в большом отделе постели. Там есть очень классная сейчас постель квадратиками. Прям вот такой классической сканди. У раздвижного Пакса появились новые двери. Хок Сунд. Такой вот эффект пластика. Да, это стекло у нас, Сакин. Зеленовато-красивого цвета. Что хочу сделать? Деревяшечки. Описания нету, и туда не подойти. Так. А, вот. 4500 стоит размер 75 на 2,36. Глянцевые. ДСП меламиновая пленка. Очень красивый, интересный оттенок. Давно такого у Пакса хотелось бы увидеть для разбавления, особенно если Пакс ставит где-то в гостиной. Постель, да? Да, я люблю. Я просто такие оттенки люблю. Именно пастельные, нежные. Ой, а вон она на широких с белым. Пойдем покажем? Пойдем. Ты здесь? Сочетание с дверями Фервик. Фервик белый глянец, здесь зеленый глянец. Очень красиво смотрится, но опять же повторюсь, здесь должно быть обязательно привязка. Привязка либо гостиной, либо если это спальня, какой-то комод в таком цвете. Кстати, Сканеви, который сейчас по акции, в таком зеленом цвете есть. Очень визуально расширяет пространство этого цвета. Прям вот
Ты в них тонешь, в этих цветах. Пакс как будто бы не двухметровый, а метра на три ощущение, да, визуальное? Да, прям он кажется очень большим, такой пространственный. Это кстати, такое, это прям совет вот вам сразу от Димы. Нельзя ставить в маленькие помещения темные шкафы. От слова совсем. Вообще. Хотите визуально расширить, максимум белого. Играйте цветом. И зеркала. Да. И, кстати, окантовка должна быть в этом случае либо белая, либо серая. Вот, допустим, с такой черной окантовкой, вот такой нежно-зеленый и молочно-белый, серовато-белый будет проигрывать на 100%. Будет вообще не контраст. Да, я понимаю, вы можете сказать, я художник, я так вижу, окей. Но если вы хотите, чтобы шкаф... Ты сейчас упадешь. Чтобы шкаф был лаконичен, объемен и красиво смотрелся, тогда сочетайте, пожалуйста, в цветах. Дизайнеры Екатеринбурга прям очень милейшие люди. Во-первых, мы нашли вот такую штучку. Это детские бюджетные матрасы по 600 рублей. Обшиты просто тканью в чехлах на замке. Три матраса сложены в ряд. И получился такая, вот такой диванчик. Если надо, можно раскидать по полу. В общем, использовать как хотите. Ну, темновато, конечно. Ну, надеюсь, цвет можно любой. Надеюсь, все понятно. Что, как и зачем. Ну, я думаю, тоже. И из ткани же сделан вот такой очень классный подвесной карман. Не указана какая ткань. По факту можете взять любую и сшить вот такую подвесюлину, когда комната небольшая, а дитё, как наша Алена, любите всяких безделушек. В детской зоне очень много новинок. Во-первых, линейка Утер. Это новинка-старинка, которая очень долго была. У нас даже у Нади в красном цвете была. Долго она у нее жила. Сейчас появился полностью комплект в белом цвете. Потому что столы исчезали, табуреты оставались. Столик стоит 749 рублей. Дальше. Появился стул Сундвик. Сундвик ведь Сундвик. Ну, много лет мы его возили, да? Да. Вот с таким откидным отделением для хранения. Очень удобно все сгребать. Но это дошкольники. Школьникам сразу скажу, это неудобно от слова совсем. Так, выползаем. Новый держатель из линейки Мола для рулона. 799 рублей, совсем новинка. Для рулонов бумаги, ручек и красок. То есть сюда можно сложить все, что нужно. Здесь мы фиксируем рулон. Вот так это опускается, и он дальше не ползет. Но кто-то здесь очень сильно расчехлил, что нужно снимать и менять намотку. Такая вот фанерная штучка. В принципе, в детской серии все. Все новинки показали. Микрофон снесли. И пошли в посуду. Знаете, чем хорош муж? У него память иногда лучше, чем у меня. Это миска для взбивания, для теста. Вис Пнинг. 3 литра, 599 рублей. Какие фишки? Есть ручка, прорезиненное основание. И можно вот так наклонить, держа за ручку. Здесь есть опорная ножка. 600 рублей для тех, кто постоянно, если месит тесто, очень хорошая вещь. Пойдем сюда дальше. Ложка для теста. Получается, а, ну да, то есть нагребать. Можешь показать? 399 рублей. Это у нас линейка Лед Бакат. Икея начала, неужели к кулинарии хорошо относиться, да. Так, вот эта штучка, мне интересно, что такое, Баглад 2499, подставка для торта. Так, вот она здесь, смотри. Здесь у нас каменное основание, металлическая подставка, крутится. Кстати, можно использовать не только в домашних условиях, но и кофейням удобно. То есть поворачиваешь, нарезал, вам такой кусочек. Оно для не только для торта хорошо. А что для чего? Для всех остальных блюд за счет каменного основания. Ну, стоит, мне кажется, 2500 своих денег. Ага. Так, чувствую, скоро в Саджи пойду. Ну, Юрьевич, ты будешь самым счастливым человеком на свете. Зачем? Я уже. Ну, когда, уже ты, когда ты свои Саджи ухайдошкаешь, навряд, можно будет. Они металлические. Ставка «Водяная баня» 299 рублей 17 сантиметров. Для чего? Поместили в кастрюлю, там у вас кипит вода, вам нужно, например, растворить шоколад. Про скороварку сколько комментариев было, помнишь? Угу. Кстати, спасибо за комментарий про скороварку. Я ее так и не купила. Я не буду воровать. Я не буду так заморачиваться. Я единственное, только если думаю, Дим, твоей маме подарить. У нее есть советская. А, у нее есть классическая. Классическая ретро-скороварка, да? Там свисток посередине, он крутится и свистит. И ты все детство его помнишь, как крутится? Я, он меня бесил, собака. Так. Почему? Шутил.
Почему? Он как потерпевший. Ой, вот про что девчонки спрашивали. В нижнем-то их не было. Весы. Геном Снит. 600 рублей всего. Ну, конечно, кто бы их еще это... Вторых засунул. Вот как я, как покупатель, должна оценить весы? Судя по всему, до 3 килограмм, из граммы в другую метричную измерение. Стандартно. Да, и можно сбросить до нулика. В принципе, тара все. Называется. Кстати, опять вернулись эти ножницы для рыбы-птицы. Очень классные. Кстати, у кого нет, и если вы сами все это готовите, прям рекомендую. Очень хорошо отрезают все половинки, косточки. Так, давай выползать, выползать. Чем? Банка вставка со вставкой 0,4 литра Даг Клар 299 рублей. Я сейчас вообще думала, что Драган к нам вернулся. Вставка, банка, крышка. Я не знаю, для чего использовать. Но если, например, там чай, здесь все. Сахар, что ли, насыпали или что? Ну, кто-то для чего-то использует. Мы вам показывали уже сумочки синие в пятнышко. Для завтраков есть еще вот такие с икеевскими аксессуарами. Стоит тоже 99 рублей. Кстати, вот такой контейнер Full Stack с нами проехал до Тюмени обратно. Очень удобно с собой было брать готовую еду. Я так подозреваю, что он сюда отлично. Ну, две штуки, если не закрывать. Вот так и будет. А? Как раз на два комплекта. Это нет. А вообще подразумевается вот так. Ну и бутылочка воды. Да, и бутылочка воды. Очень удобно. Мы вот так оставим, потому что на выставке нету. Так, здесь новья никакого нет. Пошли, поползли дальше. Кстати, вот так раньше в Нижнем была выставка оснащена ложки-вилки. Потом это спрятали под еще каркасик. Ну, под стеклянный такой купол в каркасик положили. Мне вот это больше нравится. То есть есть веревочка, хотела бы ее чуть-чуть подлиннее. Я могу ощутить, как у меня в руке лежит тот или иной столовый прибор. Новая серия Флакостик, тарелочка 19 сантиметров, вот с такими лепесточками. Очень хорошо с варданицей, сочетается практически цвет в цвет. А не почти, а сочетается? Да? Нет, все равно оттенок я вижу, здесь нет, чуть белее. Нет, 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 это у тебя, а ладно, спорить не дальтонический буду. Глаз. Крюд, да, бушке. Баранчик 499 рублей, зеленого цвета, 50 на 50. И хватка освещения, поэтому темно, постараюсь на постпродакшене посветлее все сделать. Постпродакшн это? На монтажке. Ну так хотя бы, да, вот уже что-то более-менее я могу смотреть. My Breaking 50 на 50. Такого нежно-зелено-серого цвета, 100% полиэстер, 299 рублей. Затяжки, катушки появятся очень быстро, просто очень. Но ткань нежнячая, смотрится неплохо. Ого, смотри, Икея какой проект запустила. Да, людям и планете. Икея плюс социальный предприниматель. Сделано в деревне Малый Турыш, Россия. Вот такой чехольчик. То есть, если вы видите такие наклейки, вы поддерживаете по факту малое предпринимательство где-то в глубинке. На самом деле это важно, потому что именно на эти заработанные деньги любой малый бизнес, а малый бизнес, ну, например, вот мы с Юричем долгое время были малым бизнесом, когда работали сами на себя, да, только мы вдвоем. Почему Америка самая богатая и самая развитая экономика мира? Да потому что там в основном одни малые предприниматели. Они поднимают как раз вот и с миру никто, по нитке, а в итоге там вот много. Так вот не выжимает. Там наоборот все для них. Все условия для предпринимателей. Так. Поэтому Америка, и все мы туда хотим. А в России мы все это уничтожаем. А потом сами плачем. Да, и в Америку бежим. Так, хлопок. Ладно, давай не будем в политику переходить. А то сейчас как начнут там писать в комментариях. У каждого своя правда. Хильда Мария, 299 рублей. Хлопок, не окрашенный и зеленый, на замочке. Ну, если у нас касаемо каждого своя правда, я считаю, что зарабатывать можно везде, мозг надо включать.
Просто в России это сложнее, если мы говорим конкретно про традиционный классический бизнес. Таня, ну, когда тебе дают все условия для развития бизнеса... Вот как сейчас в Сибирске, почему мы быстро стартанули? У нас все условия. Есть условия, да. Тепличные, можно сказать, под колпаком сидим. Вот это примерно то же самое было бы у нас в традиционном бизнесе, только в Америке. Только работай, пожалуйста, да, работай, приноси налоги, родимый, работай, дай нам налоги. А у нас задушить, ну, налоги дают. Да. Дальше поехали. Юни Магнолия в новом цвете, очень красивый, неокрашенный хлопок, 50 на 50, плюс оттенок синего цвета. Так, это мы вам показывали, это показывали. А My Brand, о чем говорили, сильноватый, сероватый такой, темно-синий. Но, ребят, красивый цвет, честно. Ну, качество просто. От слова совсем. Просто... Напомним предыдущую новинку июля. Так они не смогли, так не смогла IKEA полностью отобразить саму приспособу этой вещи. Но вообще, сам смысл этого предмета она никак не может передать. Нужен тут манекен, честное слово. Ну да, и кроватку. Тут надо выставку именно на стуле. Манекен, и что он делает? Ладно, дальше едем. Плед. Просто люди проходят, думают, это палатка какая-то, что ли. Ингрун, 130 на 170, темно-зеленый. Есть еще другие цвета, очень красиво, нежно смотрится, мягенький. Вот эти моменты имейте в виду, это будет постоянно вылазить и потом скатываться. То есть плед будет со временем неаккуратный. Но очень нежненький, то есть если качество интерьерного нужно, вот еще синий цвет. Тоже глубокий оттенок с двумя цветами переплетения. Ну, по качеству, повторюсь, посмотрим, увидим, но что-то опыт подсказывает, что будет не шибко гуд. Орденс Фли. Неполный блэкаут. Я вижу Диму, вижу красную лампочку, вижу за ним окошко. Даже ценник 999 рублей. Но за 1500 гуд. Вот там тоже вижу слово новиночка. Да, новиночка. Мы эти шторы не показывали. Хлопковая. Муализа. Сорян, ребят, ничего здесь не посмотреть. Но попробую найти их в коробке. Вот они. 2300. Смотри, как выглядят. Белые полотнища с черными окантовками и с черной юбкой. У меня сразу вопрос. Где гарантия, что черный не слиняет на белый при температуре, например, стирки 60 градусов? Усадка 4%, хлопок плюс вискоза. Стирка разрешена до 40 градусов. Вот так вот. Поэтому ничего никуда не вылезет. Вот еще одни новые шторки. Муалина. Муализа, Муалина. Муалена, Муатаня, Муадима. На люверсах 2000. Тоненькая тканька, но такая, знаешь, бархатистая. В спальне будет неплохо смотреть. Сможешь поближе как-то подойти или бесполезно? Непонятно вообще. Тут надо нам вот полностью идти и на выставке находить. Только другого цвета. Черно-белый мы вам показали, а есть еще розовые с такой вот бордовой окантовкой. Вот она, юбочка, как выглядит. Ну, не знаю, какие-то не тонковатенькие. У кого, кстати, уже такие есть, напишите, как они вам в интерьере. Мне кажется, как-то они будут не очень смотреться. Хилеборг. Красивого синего цвета. Это аналог Майгула. Потом обсудим, у нас стены желтоватые. Как думаешь? На люверсах. Потом обсудим, у нас стены желтоватые. Ну, не, бабой. А? Бабой. Ты хочешь весь ремонт во всей квартире сделать? Да. Так, бархатистый новый чехол на подушку. Я с этим не согласна. Пипренка. Темно-синий. Полоска. Темно-синий, посветлее. Пошлите дальше, пока Юрьевич точно не надумал ремонт в квартире делать. Так, еще одна новая постелька. Скермал. 2 на 2 и одна с палочкой. Вот такой красивый цветочек. Сейчас скажу, какая плотность. Так, сделаны мы в России. Хлопок. 132 дюйма. И вот о чем я вам говорила в начале обзора. Мне очень понравилась эта постель. Она поплотнее. Очень красивый орнамент. Да, Дим, рисунок спокойный. Такой прям классической сканди. 152 дюйма. Одна с палкой стоит 1300. Двух с палки пока нет. Как выглядит пододеяльник? Вот такой вот шахматный порядок. Вот такой постели сейчас у IKEA на самом деле не хватает. В основном все пестрое, аляпистое. Люди, ассоциация, сканди-стиль именно... Спокойненькое хочет уже. Да, спокойненького хочется. А Нихт Ферштейн спокойненького-то.
Так, еще один новый цвет. Тринд Стар. 150 на 2. Здесь у нас уже тоже 152 нити. Кстати, очень классный на ощупь. Прям плотненько. Мне кажется, здесь хлопок и немножко вискоза. Да, хлопок и 20% шелковой вискозной ниточки. Для любителей Ятмальва появляется новый оттенок. Очень красивый бело-бежевый цвет. Он не такой яркий, более спокойный. И когда идет спор у нас в офисе, что девочка хочет постельку в огурцах, а мальчик не хочет, вторая половина, то всегда сходится вот на таком бежевом цвете. Что-то среднее, да? Что-то среднее. И умным, и красивым одновременно. Во внутрикухонным слухам внутри Икеи серия Good Morgon потихоньку будет заменяться. Заменяться будет на серию Fiscon. В принципе, похоже на Good Morgon. Но нифига не Good Morgon. Дешман полный. Да мы же ее снимали. Она под Good Morgon косит. Вот смотри, Good Morgon теперь. Разница в 6 тысяч, но это большой, это маленький. Фурнитура разная. И... Короче, все разное. Да. Кроме того, что продается в Икее. Это их объединяет. Новый коврик для ванны в бюджетной линейке в желтом цене 129 рублей 40 на 60. Финт Сен. 129 рублей 40 на 60 на резиновой основе. Кстати, можно использовать в машину. Можно использовать как передверный. Будет неплохо выстирываться и вытряхиваться. Пропадите меня, пожалуйста. Ой, смотри, какая новая шторка для ванны. Ты выключился уже? Пойду смотреть. Разрешите. Смотри, какие киты. $180 на 2. Из полноценной плотной икеевской ткани, которая очень хорошо отстирывается и офигенно эксплуатируется. Наши шторки 3 года, жива-здорова. Даже ржавчина отходит. Папа пробовал стирать сам. В машинку кидал. Так, иди сюда, друг мой. Стураван. Новая щеточка для унитаза, кстати, неплохо смотрится. Это микрофон. Опять у нас унитаз не тело. Пошли. Так, все. И Стёба. Нельзя больше. Мацать. Значит, щетка-съемник. Можно поменять. Полноценный большой стакан. Это все в пластике, это все безопасно. Неплохо смотрится. Главное, не погнется, в отличие от, например, бюджетных металлических вещичек. Ты мне больше это... Не того. Не смеши меня. Ну, вот а это то... грустный будет Дэнс тогда. А то весь обзор сорвем. Не сорвем. Сорвем. Я тебя знаю, ты можешь. Крок Фьорден. Держатели для туалетной бумаги. Тоже можно много-много напихать. Тому, кому одному мало, или как там? На самом деле, не тому, кому одной мало, это очень удобно, потому что чаще всего мужики же не парятся по этому поводу. Туалетную бумагу не знаешь, куда приткнуть. А здесь всю пачку сразу разместил, и все. А вдруг не хватит? Дима! Дима! Ох, тебе туалетная тема. Я тебе только попробую что-нибудь сказать. Нельзя, ладно, на следующий обзор оставлю. Вот попробуй только, я прям сразу из кадра выйду. Бюджетка лютая. Клампенборг. Коврик преддверный для дома 60 на 80. Мусор у него будет очень сильно залазить, но, кстати, можно вниз машину постелить. Он не прорезиненный, поэтому, я думаю, быстро выйдет из строя. Товарищи дальнобойщики, если вы хотите меньше ворса, пожалуйста. Это вам вариант. Вырезать легко. Да. И ногам комфортно. Сказал Юрьевич, который типа дальнобойщик. Из бывших. Из бывших. Или из будущих. Ну, потому что дальнобойщик. Мы катаем как дальнобойщики. Ну да. В принципе, да. Мы тоже можем себя с легкостью назвать дальнобойщиками. Мы 10 тысяч накатались 1,5 месяца. Новые коврики из окрашенных частей натурального материала под названием волокно кокосовое. Ужасно сыпется. Кстати, вот это вот новинка старинка, да, Дим? Да. Вот это облако, оно было 800 рублей. И вот такой коврик 599 рублей. Энгс Клока с синим орнаментом. Ребят, честно, эти коврики терпеть не могу. Колется раз. Да продолжайте. Не работает. Хьюстон у нас проблема. Что у тебя, Хьюстон? Ты?
повис и встал. И? Все, я готов. Встал обратно. Короче, почему я эти коврики не люблю? Сыпется раз, колючие два, грязь из них убирать ужасно три. Но классно смотрится, поэтому кто мазохистов, вперед. Здорово. Алерслев появился в розовом цвете и светло-коричневый такой, бежевый. Красивые оттенки, новые. Про алерслев постоянно говорю, хорошо эксплуатируются, хорошо мыть из керхера, нормально отмываются. Пережили у нас собаку, Аленку. В общем, до сих пор не померли. Единственное, что все-таки на ярких оттенках сложнее. Я предпочитаю более пастельные оттенки, они лучше по эксплуатационным качествам. Смотри, какой рай для пушистика появился. Волерслев. Сделан, кстати, полностью из полипропилена. Длинный ворс, не обшитый край, размер 133 на 195. В зале валяться классно, да? Ну да. Ну да. Из рубрики «Дичь». Дали обезьяне гранату. Портативный динамик Bluetooth 15 на 7,5. 1999 Enebi. Дальше Юрьевич. Дальше Юрьевич. Я в этом ничего не понимаю. 2000 рублей сразу вам скажу. Я уже сказала. Работает от двух, трех пальчиковых аккумуляторных батареек. Типа 2А. Фокусируйся, давай. Заявлено, что будет работать 15 часов при громкости 50%. Автоматически будет выключаться, экономия вам. Ну, если, допустим, вы не используете, он сам будет выключаться. Что ты не хочешь с нами дружить? Конкурент увидел. Ну, завездилка. Да я просто в офиге. 3 ватта мощности и за 2000 рублей. Сколько красная цена? Рубль. Максимум рублев. Ладно, распродажа нас рассудит. Кто уже такую купил, расскажите. Или планируете покупать? Это никчемное создание вообще. А вот аккумуляторы на Эби есть за 1800. Подождите. Ну, я не знаю. Но это не к этой коробке, это вот большие. Я знаю. Это аккумулятор? Нет. Новинка, конечно, сомнительного характера. 3 ватта. Пошли. 3 ватта? Три. Успокойся, все, пойдем. Всяких удлинителей у Икеи появилось. В принципе, у них неплохой ценник и высокая довольно-таки. Не, по проводам еще никто не жаловался. Икеи пока еще держит марку свою. Провода хорошие, толстые, держат нагрузку. Это правда. В остальном пока сказать ничего не могу. А дальше. Едем. Скоруб. Подвесной светильник 38 сантиметров в темно-зеленом цвете. Это такая условная новинка, их очень давно ждали, поэтому даже указатель новинки нет. Очень похоже на светильники фото, стоит 1499, их очень любят кафешки. Дима в шоке все смотрит туда на колонку. Не, я тройной зарядник где-то потерял. Надо взять. Опять? Вот такой. Дима, да. Опять? Да. Где ты его потерял? У тебя вот только был. Был, да сплыл. Кингсхульд абажур 33 сантиметра и Кингсхульд абажур 42 сантиметра. 1500 и 1800 соответственно. Ткань с имитацией пластика очень сильно смотрится. Можно сделать из этого дела вообще торшер. Чуть есть стало радовать абажурчиком, можно сделать всякие интересные светильнички. Так, пойдем в хранение. Иду. Мы вернулись туда, откуда мы начинали. А идем мы к нашему зеркалу, на котором мы с вами сделали магию монтажа и переместились в другой угол магазина. А Дима сейчас будет в кассе в очереди стоять. А мы сам в обслужку пойдем. Прищепки новенькие. Прищепки не новенькие, доски не новенькие. Это мы показывали в предыдущем обзоре. Лошадей мы уже показали. Ну как это? Пробеги взглядом. Луна новая картина или нет? Вот, я думаю, Луна вот этот постер новый. Из «Новолуния» и «Побывающий» с «Растущей Луной». Пойдем подойдем. В
2000 холст и рама. Нет, холст стоит 1000, а рама стоит 2000. То есть того 3000. Но можно сэкономить и сделать, по примеру, Дмитрия Юрьевича. Интересно вообще, на черном цвете смотрится. А посмотрите, что там через одну. Цветочки, я их не помню. Я тоже не помню. Бьёркста. Чего у тебя камера? Ругается, потому что провод тянет. Зарядный. Вот такие вот красивые розы. Даже не розы, просто цветы. А дальше тоже новая картина. Манхэттен с высоты. Ну это GTA 5 игра. А? GTA 5 в игре. Карта. 1900, что в карты? Не парься. Девочка, по-моему, тяжело это пойдет. Это точно новое. Мыс Рока, Португалия. 1999. А вот это тоже новое? Да, вот я про нее и говорил. Птица над берегом. Натянули бы еще хорошенько, да? Вот, кстати, цветочки, вот эти вот колоски. Сияющий закат. Тоже 1999. Это у тебя? Нет, это как часы икеевские, так зовут. Да, говорит, валим отсюда. Вот эта красота по Family. Это не новинка, но не могу не показать. Всего 990. Ну, вы показывали. Подводный мир по Family. По Family уже. Угу, красиво очень. Так, подходящего только ничего нет вот у нас. Кстати, они по IKEA Family, это еще и новинка является последнего полугодия. Пойдем зеркало да покажем. Ну что, друзья, на чем мы остановились, к тому и вернулись. Зеркало 999 рублей, Клингаторп. Бронзовый цвет, 30 сантиметров, рубль. Крепим к стене в любое положение, как вам удобно. Так, по новиночкам все. Пойдемте, Дмитрий Юрьевич, куда-нибудь переместимся, чтобы честному народу не мешать. И запишем финальные мысли. Ну что, друзья, новинки, те, которые есть в IKEA Екатеринбург, на момент пятницы 13 августа мы вам показали все. Возможно, кто-то скажет, ой, вы вот эту новинку не показали. Ребята, во-первых, много народу, а во-вторых, многие новинки мы показывали в июле. И вы можете посмотреть просто предыдущий обзор, посмотрев в плейлисте на канале. Поэтому все, что есть на данный момент за две недели до конца лета 2021, мы обозрели, рассказали все. И хочу вам ответственно сказать, что, ну, это не в обиду будет сказано другим каналам. Я не хочу никого обидеть, но наши новинки действительно являются новинками. Юрьевич, ну что ж ты. Потому что, ребята, имейте в виду, что IKEA, вот этот ценничек новинки, он держит его полгода. То есть часто новинка, смотришь, по факту это уже давно не новинка, товар уже даже успел к какому-нибудь цели попасть. А некоторые блогеры, которые снимают аналогичные по тематике канал, иногда повторяются. Но в большинстве случаев повторяют новинки, показывая их очередной раз в обзоре новинок. Короче, каждый выбирает по себе, поэтому мы обзор заканчиваем. IKEA Екат, спасибо за такую лояльность. Охранники не подходили ни разу, кроме когда мы снимали Мегуски. Первый обзор Мегуского. И то мы сказали, что мы снимаем IKEA, и он отошел. Все, нареканий не было, даже несмотря на то, что очень много народу в магазине, мы смогли это снять. Единственное, что интерьеры, но почему мы еще не стали снимать интерьеры, ребята, они базовые. Очень, да, во-первых, много базовых интерьеров, которые очень схожи с другими интерьерами других IKEA. И очень много народу, правда, ребят. Ну, мы бы потратили бы больше времени, чем получили бы материал готовый. А мы не сняли бы, потому что людей очень много, и людей же не выглядишь из интерьера. Mm-hmm. То есть вообще в Екатеринбург у вас, походу, народу всегда много. Потому что мы приехали сюда в половине 11, уже было достаточное количество людей. Сейчас 4 часа, народу просто тьма. Все, ваши неугомонные просьбы полетели дальше. До встречи в эфире. Mm-hmm.